куды. Это куды, это куды. Так, у кого еще нет бумажки? Ну, куда, блин, положить это? На себя, например. Там Александра, Николай. Так, у тебя Арина. Сейчас, как звали? Лиза. Тони. И Джессика. Мила. Саша. Mikä oli Nikolalle? Nikolai. Nikolai. Arina. Lisa. Toni. Jessica. Jessica. Что ты делаешь? Jessica. И Рони. Это белье? Да. Вот, а потом тостер. Тостер – это два человека делают вот так, а третий в центре, он хлеб, он выпрыгивает. И выпрыгивает вот, оттуда. А... Слон. Или рассыпается в пепле. Да, то есть мы уши. Это, вот. Да. Это слон. Я так не так понимаю. Вот, и варим кашу. Это два по бокам делают вот так. Варишь такое. А, Джеймс Бонд. И нужно сказать о Джеймс. Да. Две девушки. Те, которые по бокам говорят. Так. Джеймс Бонд. Тостер. О, Джеймс. Вешалка. Белье. Так, подожди. Да. Слон. Слон! 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 Белье! Вы должны по-английски спрашивать. Например, вы не знаете никого, да? И там ребята из разных стран будут. И вы спрашиваете всех по-английски, например, там... Кому еще надо? Do you like to get up early? No. I don't know, actually. No. Интересно, но там еще много работы. А финансирование надо было планировать-то? Они не планируют, в принципе, взрослые делают, как правило. Но они сейчас... Thank you.
В общем, наша тема, мы придумали тему «Зависимость от социальных сетей». Вот, это подросткам от 14 до 18 лет. Страны — это Финляндия, Литва, Италия, Болгария, Германия, ну и Португалия, скобочку, если нравится. Цель лагеря — это найти ответы на вопросы, почему подростки зависят от социальных сетей, что приводит к зависимости, почему нужно уменьшить использование социальных сетей и как этого добиться. В программе была неделя без социальных сетей, то есть понятно, весь лагерь, чтобы мы не пользовались гаджетами. Развивающие игры, то есть просто научиться общаться и коммуницировать без социальных сетей, это сложно. И проекты по своим странам, то есть рассказать о ситуации и зависимости в своих странах, как это происходит у вас и так далее. И просто общение с людьми, живое. Бурное общение. Вот. Цель вообще, что в конце недели, как у некоторых теперь, значит, если они долго не смотрят телефон, у них начинается чесаться. То есть вот надо пойти. Ага, зависит невозможная ломка. Да, припуск. Начнешь, что ли, правда, чесаться? Нет, ну вот это проблема, кстати, да. Это невозможно сейчас проблема для подростков, тем более. Потому что это очень хороший, то есть легкий способ закрыться от остальных. И цель лагеря — это открыть людей. Открыть людям глаза. Открыть людям глаза на все это. То есть мы еще даже не знаем, какое от этого всего, что нам будет из этого в будущем. То есть это на самом деле очень вот так, вот, например, почему происходит эта зависимость, на самом деле очень интересный вопрос, потому что, например, никто из нас сам, в принципе, не знает ответа.